Вы, наверное, думаете, как можно заработать на том, что падает какая-то там инфляция. А можно, если вы пользуетесь экономическим календарем и подписаны на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать эти новости. За полчаса до выхода новости я предупреждаю всех. Смотрите, в среду, 18 октября в 9:00 по Москве в Британии будет новость. Индекс потребительских цен. А в 12 по Москве, по еврозоне, тоже новость индекс потребительских цен. Это и есть та самая инфляция. Как на ней заработать, я расскажу через пару минут. А перед этим давайте посмотрим евро и фунт, графики, какая сейчас ситуация и способствует ли ситуация на рынке тому, чтобы заработать на инфляции. На данный момент евро решило пойти вниз. И, кстати говоря, на прошлой неделе я давал сигналы, и они отлично отработали. Чтобы не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой канал. В описании к этому видео найдете ссылку на мой канал. Если цена продолжит движение вниз, то она столкнется с линией поддержки в районе цены 1.0405. Здесь можно будет купить и заработать на росте. Это будет разворотная точка. Если же цена опять пойдет вверх, то здесь ее ждут три разворотные точки от линии сопротивления. Я о них говорил уже давно, жду цену там. Первые две уже хорошо отработали, следующие три, я думаю, тоже хорошо себя отработают. От них можно будет продать и заработать на снижение. Что касается британского фунта, здесь тоже нисходящие тенденции. Однако сейчас, если будет коррекция вверх, то в районе цены 1.2210 будет разворотная зона. Отсюда также можно будет продать и заработать на краткосрочном снижении. Теперь давайте вернемся к инфляции. Предыдущее значение по Британии 6.7, а прогнозируется 6.5. То есть прогнозируется снижение. Если новость подтвердится и данные окажутся еще ниже, то это может привести к ослаблению британского фунта. Если в этот момент цена окажется в зоне сопротивления, о которой я рассказал, то это еще больше усилит ее движение вниз. Поэтому можно будет с большей уверенностью продавать и зарабатывать на снижении. Что касается евро, здесь предыдущее значение было 5.2, а прогнозируемое 4.3. То есть разрыв еще сильнее, снижение еще сильнее. Если данные подтвердятся и инфляция окажется еще ниже, это также спровоцирует снижение. А значит, если в этот момент евро окажется около линии сопротивления, то можно будет с большей уверенностью тоже продавать и зарабатывать на снижение. Если же в этот момент цена дойдет до линии поддержки, то я не рекомендую ни покупать, ни продавать, лучше воздержаться. Технический анализ будет говорить о том, что цена пойдет вверх, фундаментально о том, что вниз, лучше в этот момент не торговать. Кстати, о том, как торговать на новостях, у меня есть отдельное видео на канале, переходите по ссылке в описании и найдите на канале это видео. Но если какие-то термины вам пока что кажутся сложными, то обязательно проходите мой базовый курс для начинающих с нуля, тем более его можно получить бесплатно, пишите мне в Telegram, я расскажу, как его получить бесплатно. По золоту интересная ситуация, цена подошла прямо к линии сопротивления и в пятницу рынок закрылся, и она не успела его отработать. С одной стороны, можно здесь продать, чтобы заработать на снижение, но с другой стороны, в понедельник, смотря какая будет ситуация, да, то есть если цена откроется, она может вообще с гэпом вниз открыться, тогда уже потенциал продаж будет меньше. А вообще, судя по дневному графику, разворот очень мощный и, скорее всего, будет тенденция продолжения движения вверх. Обратите внимание на индикатор стохастик. Если синяя линия все-таки продолжит пересечение линии перекупленности 80, то потенциал к снижению еще будет. По евро-иене, что можно сказать? Здесь тоже наблюдается нисходящее движение. Если новости по инфляции окажут давление на евро, то, скорее всего, движение продолжится вниз. И здесь будет линия поддержки, разворотная точка. От нее можно будет купить и заработать на росте в районе цены 155.056. Ну а если цена продолжит движение вверх, здесь будет линия сопротивления. От нее можно будет продать и заработать на снижение. Это в районе цены 158.612. Как видите, куда бы цена ни пошла, везде можно найти возможности для получения дохода. По швейцарскому франку интересная наблюдается ситуация. Пошли сильные коррекции вверх, то есть общий тренд нисходящий сейчас, но сильная коррекция, которая показала то, что цена отбивалась от уровня Fibonacci 23.6, 38.2. Поэтому если движение продолжится вверх, то я ожидаю разворотные точки в районе уровней 50 и 61.8 по Fibonacci. От них можно будет продать и заработать на снижении. По евро-шведской кроне интересная ситуация. Здесь боковой тренд. Цена ходит вверх-вниз, вверх-вниз в канале. Это очень благоприятно для моего торгового робота. Кто торгует, можете посмотреть, найти среднее значение цены, среднее значение этого канала и зайти в режиме buy sell одновременно. В таком режиме он очень хорошо себя зарабатывает в боковых каналах. Если кому интересно потестировать мой торговый робот, переходите ко мне на канал по ссылке в описании, находите мой телеграм, пишите мне, я расскажу, как его получить бесплатно. Кстати, по роботу у меня вышли обновления, обязательно переходите на мой телеграм-канал, читайте, какие новые функции появились. Ну и также подписка на мой канал дает вам возможность не пропускать важные новости, в том числе по инфляции на этой неделе. За 30 минут я предупреждаю всех
важных новостях, на которых мы зарабатываем. Полный обзор с другими разворотными точками можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока!